Чемпионат России завершен, и финальная серия и схватка за бронзовые медали уместились в минимально возможные 3 матча. Победителем стал клуб «Газпром Югра», хотя в регулярке северяне заняли только 7-е место из 9 команд. Но 42-летний вратарь «Звезд» Купатадзе сначала протащил свою команду до финала, минуя нижегородская «Торпедо» и «Синару» из Екатеринбурга, а затем творил что-то феноменальное в золотой серии со столичным КПРФ. Именно его немыслимые сейвы позволили югорчанам забрать 2 матча в Москве, ну а решающий шаг сибиряки красиво сделали перед родными болельщиками. Сначала спаслись со счета 1-3, переведя игру в добавленное время. А там победный гол забил Жоао Гильерме. В составе «Газпрома Югры» чемпионом стал и бразилец Вильян, которого Югорск взял после того, как тот не закрепился в Тюмени. Что касается бронзовой серии, то норильский «Никель» выиграл ее со счетом 3-0 у «Синары», оставив прошлогодних чемпионов из Екатеринбурга вообще без медалей.